Просто фейспалм. Как так можно? Пипец. Дима, давай включай, короче, видео в скайпе. Кстати, вариант. Давай, давай, не тупи. А то я уже затупил. Всё. Это такой фейспалм. О, графон. Графон нормальный. Пацаны, смотрим за Димой. Красный выбирает территорию. Я, короче... Иван Фёров издал первую русскую печатную богословную. О, господи. Наверное, 1500. Автор светлейший. А у тебя задержка как там большая? Ну, где-то 1,5 секунды. Ну, то есть ты в принципе, в силах подсказать, ну, что-то. Да, ну и... Я буду, не буду сильно торопиться. Конкистадор по скайпу. Блин, ну я, конечно, вообще фейлер. Как так можно выйти? Был спущен. О, господи. Снимать ТВ судно. 1700, ну, наверное, не знаю. Лол! Че, я чувствую победу. Да, что-то ты как-то это... Не тащишь. Ну нормально, разделение это фигня. Да, просто... разделение, главное, что потом... Так тебя примут за слабого. Они увидят, что это... Они будут друг на друга нападать. О, 1970 какой? Да фиг его знает, честно. 67-й, 67-й, по-моему. Дима просто мастер печатания 80-го левела. А они подумают, что за идиот после развала Советского Союза написал. И точно на тебя не будут нападать. Дима, это стратегия. Да-да. А вообще я, кстати, ни одного этого. Это я стратегия. Я просто тащу. Да-да-да. Блин, у нас реально аура фейлов. Ничего, у тебя одна земля есть. О! Ну, наверное, трансвестит, ну, корень, да, тот судя же. По названию, похоже. Сколько? Не знаю, две, может быть. Одну, наверное. Ну, три ты переборщил, слышь. А, сейчас не поезд ноль. Ну, блин, три, сколько... По-моему, нету людей, которые получили больше одной Нобелевской премии. Ну, даже если бы я две нажал, все равно. Я бы одну предложил потом. После двух. Португальский. Тут-то понятно. Немецкий, блин. Испанский, но испанский, блин, тоже близко. Три. Не знаю, я бы побольше ответил, 12 там где-нибудь. Дима, хватит терять таурки, слышь? Ты наша большая белая надежда, ты должен тащить. Просто за тебя 700 человек болеют, и один я фейлер, который нажал выход. Да вы издеваетесь, что ли? Подсказку, голос большинства. Он тоже это сделал. Это пипец. Метров. Диаметр. 70 там. Ну что-то ты многовато, по-моему. Это 13. Ну, Дима, 70 метров это моя квартира. Это что за цирковая аренда такая? Ну, блин. Короче, ладно, за этого мы уже не болеем, пацаны. Черт. Короче, все, фейли. Так, 38 секунд. Ну, я могу вон назад взял. Да идите, они на меня еще раз нападают. А куда еще напасть на тебя-то? А, на столицу, ладно, я... А, ты отбился, что ли, или что? Нет, я гуф. А, они на ту... Смотри, можно тут растянуть. Блин, где кнопка? Я так и не запомнил, где кнопка вход, блин. Какая кнопка? А, ну блин, она там слева немножко появляется. Ну сейчас я покажу как раз. Ой, не покажу. А, блин, главное не выйти снова, а то... Я потому что бедный. Я даже не нажал выйти. Я, ты что там, все уже? Все, следующий. Так, врубай скайп. А, кстати, да, сейчас, подожди. А как включить видео? Я же сейчас вебку свою включу. Демонстрация экрана. А где внизу? А где это, Дим?
включить. Ну, правая кнопка на меня слева, вот там вот, и... Сейчас, подожди, там вопрос уже. И шестое, короче. Да. О-хо-хо-хо, жесть! Давай-давай, врубай. Так, чё, подожди, еще раз покажи. Ну, слева на меня правая кнопка, и там шестое. Ну, в первой вкладке, скажем, последняя. Вот в первом, вот отделе. О, молодец. Ой, как-то побольше. А, я на один год ошибся в годе рождения Байрона. Но теперь они меня бомбить будут после этого. Тебе не слишком ли много моя 1080p на твой 720? Нормально. Датский флаг. Я не знаю, как, что это такое. Ну, я думаю, да, вот. В каком веке? А, веки, ёшкин кот! О, блин, ты лучше ты не приноси вопрос вслух. Ты если знаешь ответ, говори, но ты вопрос... Ты все равно не... 17 либо написал. Ну я вообще не в курсе. Ну да. Не, ну ты если знаешь ответ, то говори, но вопрос слух. Не произнося, это меня это отвлекает. Надо тащить же, надо тащить. А то я тут что-то это нафидел. Нубов. Фидер. Ой, блин, да что я написал такое, ёшкин кот. Чё-то... То, блин, жесть какая-то. Чё-то я думаю, что сейчас будет второй гуф в наших рядах. Блин, ну я Василий, конечно. Надо тащить, надо собраться. Ладно, все, теперь я показал себя слабым, и они будут меня не трогать. А я такой... Да, у меня это сработало. Меня вообще не трогали. Три грача прилетели. Блин, этот грач быстрее меня ответил. Вот козёл, а. Я предлагаю это использовать как ругательство. Зелёный какой-то у нас сильный, блин. Ладно, зато только он мою столицу трогает. Don't touch my столица. Хотя я могу красного разбомбить. Понравится. Может на красного на двоих. Сообразим на двоих. Так, красный первый нападает. Сейчас, не бойся. Давай, на зеленого мочи, зеленого мочи. Блин, да слышь. Тула? Тула город-герой? Не знаю, подожди. Может, Воронеж, он на Волге там. Блин. Да Воронеж-то... Надо было Тулу фигачить. Или до туда не дошли. Блин, и главное эту землю теперь не атаковать. Отстой. О, к счастью, я это знаю. Это я, к счастью, знаю. Зеленый, надеюсь, не знает. И это хорошо. Наконец-то, блин, нормальный вопрос. Для кого как? Для меня точно нормальный. Слышь, пацан, ты чё? Слышал такого, по-моему. Северянин. Не видел бы то, что не знал. Лоп! Что, издевается надо мной? Тот же, тут же дата, только быстрее. Блин, я одну таурку потерял. У меня просто такой трэш сейчас транслируется. Со. Светочувствительность. К счастью. И как это расшифровывается? Ну, не знаю, свет там, о. Не знаю. Не, ну все у нас что-то японцев там наоборот, они... Да, да хотя неизвестно. Вообще чем. У азиатов, ну типа что там взрослый только там, может кто-то совсем взрослый. Ну, учитывая их трудоголизм. Так, надо красного потихонечку бомбить. П-
Не кажется. Блин, ну да, надо было что-нибудь... Не, ну по футболу это... Ну просто не... где-то я слышал об это имя, так скажем. Ты просто чемпион. Зеленый сейчас опять будет моя столица долбать, козел. Ну где он, в 17-м году? Ну монархия, не? Или, блин, или Первая мировая, или... Нет, 19-м. Ну монархия. Ну да, да, да. Все эти революции же первые. Закончится первая, по-моему, в 19-м. Астрахань. Да ладно, я был в Астрахани. 11 островах? Какого черта? Блин. Ну я, конечно, видел там Волгу, но, блин, это жесть какая-то. Блин, просто меня сносят в наглую. Короче, надо подсказку в любом случае юзать, а то сейчас снесут нафиг. Ну да, кстати, это логично. Ну, блин, это логично уже после того, как это было выбрано. Тогда, нет, тогда монархия же была, типа, все это было. Ставники бога. Ну да. О, красный, зеленый. Сланцы, да. Типа, они вершат уже суд на земле. Света на меня очень сильно обиделась. Еще давно. Кстати, из-за Вархунтера, которого нет и которого уже забыли. Она очень хотела, чтобы я кинул, удалил его плеер, а сейчас он сам всех кинул. Ну что-то я думал, что он норм. Два года, блин. Фу, блин, жесть. Я просто на грани, пацаны. Когда? 70-е там. К Олимпиаде. Блин. Ну что-то это логично. Но об этом надо еще сообразить. Что-то мы фидеры, короче. Да, какие-то здесь жестики, блин. Блин, не удержал я свою столицу. Не удержал. Не сохранил. Че, обиделась? Так это, она хотела, чтобы я плеер разместил, а тогда Вархунтер висел. И я сказал, типа, ну вот, человек... Такой хороший, как я его просто так уберу? Она говорит, убери его. И в итоге и Света обиделась, и Вархунтер оказался кидалый. Несколько числа М, сколько радких цифр, 2. Так а ты можешь выходить, на самом деле, уже. Там назад в зал. Ожидание нажать. Ну или так же. Эх, отстой. А больше нельзя в турнирах играть, да? Почему там еще вроде будет? А как ливануть из этой фигни? Ну, крестик просто нажми и заново заходи. Заново зайти? Ну, окей. Блин, надо теперь снова входить. Короче, стрим через эксплит на 700 человек и стрим через скайп на одного человека. Надо его вырубить, кстати. Как вырубить так, видеосвязь? Ну, там правой кнопкой останови демонстрацию. Какие-то странные вещи иногда происходили. Где? Ну, с этим стримом. Скайповским. Не знаю. Все было ок. А интересно, можно демонстрацию экрана там на несколько человек, вот, допустим? А, можно. Так тогда давай, короче, в скайпе соберем всех. Да, зачем эти эксплиты, овниды, просто все в скайпе. А, нет, все еще табличка висит. 6 человек. Не прорвался я в шестерку лучших, к сожалению. Там сарака буйная была. Не помню. Игра называется Конквистадор. Квиз просто. Второй тур тащи. Тащи, Николай, ты должен выиграть. Я, кстати, не помню свой пароль. Какой же у меня пароль там? Почему? Потому что я не знаю. Я же не отвечаю за его воспитание.
Проиграл в конквиз, съешь шоколадку. Ну чё, может, варап со зрителями, пока там что-то тупят? Я готов вообще. Я разочаровался. Да, глупая игра. Вообще, да. А где сетка-то, блин? Слишком много спортивных вопросов. Ну, кстати, да. О, да здесь до финала еще дофига. Ну-ка. Может быть, араб с пиками? Ой, я так и создал. Ну ладно. Парни, пароль снова две буквы, которые рядом. Издевательство. Дима, две буквы, которые рядом. Это, честно, тебе понравилось. Так да, это вообще такое издевательство над людьми. Пацаны, две буквы рядом. Изи. О! Пошел, попер народ, давай, давай, тащи. Просто хайливил. Сам и зашел. Во-во-во-во-во. Блин, жесть, прикольно. Две буквы на клавиатуре рядом, еще есть слоты. А из текущих никто не играл? Или играл? Что, я не помню. Алицею вот у меня есть. Алицею, признавайся, ты играл или нет? Ну посмотри в Resonly Play. Да лень, но я сейчас смотрю, но вроде нет. Не играл? Ну ладно, поверим тебе. А, блин, Резип ГГ играл, вот отстой, ну ладно, уже поздно. А чтобы пикнуть-то тут такое сильное. Блин, даже не знаю, что взять. Я тут узнаю. О, кстати, вообще вариант. Блин, Твич, я... Не, я хочу. О! Я. Вадим. Опа! И что, ты предлагаешь, чтобы я Луну взял, что ли? Нет, в смысле, ты бери его. А, да не, неохота. Да не, вон пусть этот Юик у нас врывается, я буду магом. Я этот типичный ксерд с гастом. Это записывается, да, народ? Все будет, все задокументировано. А, лол, этот человек, на которого я сделал ставку, вообще проиграл. Так. А я еще думаю, кого пикнуть. Надо вспомнить еще свой пароль от Иста. Ну, отлично, у нас рываторы есть, магии есть. РДД какой-то есть. Правда, наш РДД крыса, но ничего. Блин, а турнир-то через минуту снова. Я, блин, надо было в турнир идти лучше. Че за отстой? Может, этот и то параллельно? Лавовый ксер. Я чувствую, где-то ты нафейлишь. Чувствую там, ну ладно. Вытянул второй раунд, вообще ГГ. Квиз напишите в гугле, народ. Квиз в гугле, и будет вам счастье. Гугл вообще чертовски умная вещь, я вам скажу. Даже если вы там 10 ошибок сделаете. Еще перестали ставить варды драконе на шоре, потому что мы играем в араб. Здесь нет вардов, здесь нет дракона, здесь нет нашора. Я бы, конечно, завардил, но вот... Пароль был NM. Мистер Саймон из Мытищ. Матчик 5 на 5, а где? Ну блин, не знаю, нубы. Вард на драконе на шоре должен быть всегда. Я думаю, стоит уточнить вот в вопросе. Вадима, почему перестали? Кто перестал?
Угу. Пальцем покажи. Блин, не, я, короче, все-таки буду в мини-турнире играть одновременно. Сеанс на двух досках. Я думаю, я затащу и там, и там. Я думаю, тебя зарепортят и там, и там. Ничего, все окей. Просто это как шахматы на двух досках. Ну, я понимаю, мы бы играли в героев меча и магии. Нормально, Дима, не переживай. Кстати, это идея. Как-нибудь надо... Я почему не хотел посетить, короче, героев играть? Потому что это слишком долго. Так вот в конфиз, допустим, мой лапать себе вообще нормально. Как раз хоть заставлю себя поиграть. Столыпин постарался. Блин, шестой год, что-то как-то рано, ну ладно. А чувак-то шарит. Нормально, я сейчас успею до загрузки. Что-то зеленого облепили вообще. Адвокат дьявола какой-то. 1983. Блин, я опять топ-2. Я вечный топ-2. Хотя классный фильм. Да, по-любому, в каком году в Ватикане фильм отменили? А,